Всем привет! Вот выехал немножко на природу с Саньком. Не стал я отъезд все это снимать, дорогу. Некогда. По делам едем. Не до этого. Потихонечку, может, немножко поснимаю. Вот, короче, мы причалили к избушке. Информация дошла, что здесь побывал медведь. Хотим посмотреть. Вон две совы. Блин, у меня экшн-камера. Две, три даже. Так, классно. Это. Не могу я приблизить на них. Если видно, то хорошо. Пойдемте, сделаем небольшой обзорчик. Вообще здесь изба обалденно красивая. Женская рука чувствуется сразу, что семья тут. Потому что все красиво. Сейчас сами увидите. Супер. Старались люди. Ну тут, Миша, вот я ружьишко взял. Но не заряжал. Такие дела. Сейчас его увидим. Так. Вот. Это Гонков и Сашка Тишкин. Сделали вот это вот творение. Ну и тут женская рука, говорю, присутствует. Жена чья-то, видно, что руку приложила. Потому что все так уютно у них сделано. Смотрите, о, класс, да? Вот обзорчик у нас получается. Тут обалденно вообще, дом, просто дом. Четкий. Да, Санек? Да, бой. Вот. Санек в восторге. Сашка Тишкин и Гонков. А Гонкова не знаю, как зовут-то. Не вспомнил. Там у них банька, но она под ключом. Я свою тоже закрываю. Сейчас уже люди с другим отношением, поэтому никто не это. Благодарим за тепло и уют. Вот отзывы пишут. Классно. Конечно, люди довольны. Сколько здесь трудов вложено. Видно невооруженным глазом. Тут вон все подметено. Банька, дровяник. Тут люди живут, молодцы. Вон туалетик. А это вот старая Сашки Тишкина. Это. Не знаю, он там живет, не живет, но мы... там уже сыростью пропахло, как вот урванца в избе тут на восьмерке. Матрасы все плесневеют. Если избой не пользуется, она приходит в негодность. Вот, видите, банька закрыта. Такой засовчик. В избушечке, пожалуйста, прогрейтесь. А банька это уже личная. Правильно. Я с этим полностью согласен. Неохота, чтобы загубили. Все-таки вся семья моется. Ну ладно, на этом я бы этот обзорчик прекращаю. Мы с Саньком дальше будем подниматься. Будем делать небольшие видосы на достопримечательности. Я еще внизу ничего не стал снимать. Мы договаривались ехать с Сергеем с канала «Добрые походы». Так что этот кусок информации я оставлю для него. А так что между делом поснимаем. До встречи!